Я сам в прошлом году очень сильно верил Тукаеву. Я внимательно за ним следил, и честно, я верил. Он так красиво декламировал, и вот спустя это время я понимаю, что это были красивые просто политтехнологические такие месседжи, которыми он пользуется и поныне, но они уже не срабатывают, они не имеют того эффекта, как это было в прошлом году. Поэтому ему нужно будет вернуться к вопросу научно-технической проработки всех решений. Это полный анализ, это принятие наиболее оптимального решения, это контроль. То есть нужно возвращаться, отходить от этих всяких пиар-шагов.